приветствует обучающие уроки для Максимушки Оплетова. Играем и бьем по всем барабанам. Здравствуй, уважаемый Максимка. Как-то я видел, как ты играешь. И у тебя возникла проблема. Ты не мог пройти с 16-ми по барабанам. Типа... Так вот, сейчас я покажу тебе, как это делать. И ты сможешь играть даже в 2, а то и в 3 раза быстрее. Так вот, для начала нам понадобятся руки, а не твои петушиные крылья. Палки и вторая палка. Сначала мы идем, надо вот так вот идти и сесть за барабан. На стул сесть, на пол не надо только, да? Ну, да. Такое замечание важное. Очень важно. Берем палочку и вторую тоже. Я тебе покажу очень медленно, чтобы ты запомнил и чтобы твои маленькие петушиные глазки не разбежались от новой информации. Итак. Также ты можешь считать в это время до 2. И ты научишься считать еще до 2. И потренируешь таблицу умножения. Итак, поехали. Раз, два, раз, два. Раз, два. Также, если ты станешь очень хорошим, опытным и техничным барабанщиком, ты можешь сделать даже и крутую фишку. Поставь вот сюда камеру под ноги. Во время каждого первого удара ты можешь стучать по бочке. Только надо не стучать по бочке, а нажимать на педальку. То есть раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Я, конечно, понимаю, Максимка, что ты очень плохо учишься, но надо учиться считать хотя бы до 2, хоть ты и петушок, и хипстер ебаный. Ну, давай закрепим, так сказать, пройденное. Итак, мы должны сесть за барабаны, это самое главное, садиться не на пол, а на стул, и начать считать. Раз, два, три.